Приветствую вас на канале Орлов Гейминг. Продолжаем прохождение Дейзга. Всем привет. Итак, направляемся на следующий мир. Сейчас узнаю, что надо хранить. Так, тут прямо у нас достатки, нормально. А вот только снипеть вот это вкусно. Так, 500 метров. Можно было бы зачистить пока все. Надо сжечь оставшиеся гнезда. Давайте это сделаем. Так, у нас тут 1/6. Гнездо. Фух. Должно быть где-то здесь. Так, поехали дальше. Будем так по-быстрому все делать. Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Вот. Надо, кстати, сделать эти молотовы. Так, это второе. Это 3/6. Понятно. Тормозим. Не доброшу. Так, вы что, идите ко мне? Не надо. Блин, сраные фрики, горите! Тихо. Давай. Да перезарядите этот пистолет. Вот я пишу. Давай, побегаем. Перезарядка. Давай! Пойдет. Еще немножко. Еще все, разобрались со всеми. Фух. Все, есть. Как раз позаправиться можно. Где оно? Твою мать. Ведь рядом где-то. Открывай. Наверное, где-то наверху. Сожжем его. Так, это горит. Так, задание выполнено. Отлично, опыт. Опыт нам нужен. Давай, подбирай. Заправляемся. Блин, он меня прям. Пошли. Выброси ее. Все, замечательно. Вот здесь еще пособирать что-то надо. А, все, собрали. Уходим отсюда. Патронов, правда, не осталось. Ну да ладно. Стоять, а бинты можно накрыть? А, понятно, сейчас нельзя. Так, тут помощь кому-то нужна, походу. Ой, нет. Нет, снайпер. Да ну не. Больно. Хилься. Больно. Да.
нет! На урон! Так, где этот сидит снайпер? Не меньше, да? Все, забираем все, выйдем. Так, вот это надо создать. Теперь байк надо чинить из-за них. Нет, стой. Ремонтировать. Это поправимо. Нормально. О, господи, что тут было-то? Ладно, надо бы тут порыскать. Сейчас осмотрим. Надо. Угомонись! Так, вроде все. Что у нас тут? Это мы тоже берем. Ничего вроде тут нет. Патроны. Так, вроде все. Шиза, это Сент-Джон. Я на границе. Ты моих людей там видишь? Нет, тут все чисто. Слышь, сколько у меня времени? Времени? Для чего это? Мы тут с парнями в картишки сели перекинуться. Правда, кое-кто из них в дозоре сейчас должен быть, но уж я закрою на это глаза. Мы так можем всю ночь просидеть. Значит, до утра. Ясно. Конец связи. Поехали, посмотрим, что там на месте крушения. Тихо. Я ранен! Ранен! Пистолет. Фух, разобрались. Осмотрим тут все. Так, ух ты, пулемет. Ну такой себе. С одной стороны прикольно, с другой не особо. Так, где мой мотоцикл? Толкаем.
Давай, давай, давай. Так, ух ты, там еще один такой же тяжелый вес. Сойдет. Поехали дальше. Серьезно, не попадаю. Боеприпасы кончаются. Так, один патрон остался. Прикольно. Надо смотреть этот корпус. Патроны нужны. И ты отдавай все. Уходим отсюда. Не-не-не-не-не. Так, каким образом ты сейчас за это зацепился? Так, антибиотик, где он тут может быть? Господи, охренеть можно. Господи боже, вот это зверюга. Да-да. Антибиотики. Надо найти антибиотики. Что-то туда пойдет. Надо отнести их к байку. Несем. Ему полегчает, и мы свалим отсюда. Поедем на север. Дикон Сен-Джон, прием. Дик, это Рик, прием. Она не должна узнать, что я здесь. Рики, это Дик. Сигнал прерывается, я тебя не слышу. Дик, ты где? Мне нужно... Извини, Рики. Мне сейчас малость некогда. Валим, валим, валим.
Стой! Это Дикон. Стреляй! И ты. За ними. Нельзя дать им уйти. Быстро! Нашел. Я нашел все, что осталось. Все, что осталось? Что такое? Что за стрельба? Так, стычка с упокоительными. Я уже разобрался. Ты разобрался? И как? О. Ну, все ясно. И что тебе ясно? Кто тут командует обороной, я не понял. Ты знаешь, я каждый день задаю себе этот вопрос. С меня хватит. Ага. А ты что тут делаешь? Что я тут делаю? Эдди послала за тобой. Зачем? Так, стоп, что там с Бухарем? Я не знаю, поехали. Едем. Что там с Бухарем? Не знаю, Эдди велела найти тебя. Ребята сказали, вы с Шизой сюда поехали. Теперь я поняла, зачем. Ну и что же ты поняла? Самолет, медикаменты. Это не то чтобы большой секрет. Майк вел переговоры с Карлосом. Хотел, чтобы мы поделили их между собой. Брехня это все! В каком смысле? В таком! Я там был! Половину груза уже растащили. И все следы с места крушения ведут на юг. Упокоители я знаю, уже не первый год водище. Им вообще нельзя верить, ни единому слову. Ты говоришь прямо как Шиза. Это он тебя подговорил. Он рассказал тебе про самолет. А, ну-ну. То есть ты думаешь, я его шестерка, что ли? А что, нет? Тогда откуда ты узнал? От Намада в лагере Коупленда. Сама говоришь, это не то чтобы большой секрет. Ага, конечно. Шиза давно искал повода с ним подцапаться. Повезло, что подвернулся ты и помог ему. Ну, такой себе. Там реально не было. Хочу вопрос задать. Может, не надо? Когда ты был у нас в последний раз, по осени, ты послал Майка нахер, потому что он не хотел платить тебе за новых людей. Все было не совсем так. Я отлично помню, как все было. Майк сказал, что не ведет дел с работорговцами. Так, мы никогда никого не заставляли идти к вам против воли. А Такер? Она тоже не заставляла? Не знаю. А ты не думал, что у человека, который умирает с голоду, который не спал несколько дней, который до того отчаялся, что не стал от тебя убегать, ты не думал, что у таких нет выбора? И все равно ты вез их всех в Хотспрингс, чтобы срубить кредитов. У всех есть выбор, Дикон. Нам тоже непросто. Иногда мы берем к себе людей, которые не могут отрабатывать свой хлеб. Радуйся, что железный Майк не такой, как ты. Даже не знаю, радоваться или нет. Уильям! Уильям, если ты меня слышишь, немедленно прекрати! Эдди, что происходит? Бухарь! Так, подержи его. Ты что творишь? Слушай, ты что творишь? Слушай, нет, это не необходимо руку! Сделать прямо сейчас. Что сделать? Нет! Не смей! Господи! Нет, нет! Охренела! Да сейчас, так Дикон, я тебе и позволил! Слушай меня! Антибиотики могут спасти ему жизнь, но руку ему уже ничто не спасет. Послушай, ты должен мне с ним помочь, или он просто умрет на твоих глазах! Понял! Он включается! Отвали! Дикон. Ладно. Ладно, все! Давай. Привет, брат. Эй, братан, давай-ка смотри на меня. Держи как следует, Дикон. Тихо. Так. Держи вон там. Ладно. Так. Не получается. Стой. Ну кровь же хлещет, он кровью течет. Тихо, так, дай мне бинт. Ладно. Нет. Бухарь, терпи. Держи! Терпи, брат! Держи! Вот тут держи! Я и пытаюсь. Прекрати мне тут я паниковать! Пытаюсь. Эй! Ты молодчина! К
Когда в школе училась, думала, кем бы мне стать, инженером или, может, хирургом? И чё не пошла в хирурги? О. А ты? Ладно. Сегодня ты спас своего друга. Боюсь, он другого мнения. Он все поймет. Надо поставить ему капельницу. Не знаю, где ты все это добыл, и знать не хочу. Но это многих спасет, Дикон Сент-Джон. Очень многих. Пойду помогу Эдди. Майк, ты успокойся, ладно? Дикон! Иди сюда! Я знаю, что ты сделал. Не мог я дать ему умереть. Майк, остынь. Поздно уже. Да я понимаю, что поздно. Бухарь выживет? Я не знаю. Но они тебя видели. И выследили. Когда об этом узнает Карлос, он нам такое устроит? Да срал я на твоего Карлоса! Ты подписал чек кровью других людей! Надеюсь, ты доволен. Ты сделал, что должно. Майк, погоди. Да, уж очень жестко как-то все. Чудищук. Так, 500 метров. Сейчас туда направимся. Продадимся. Привет. Что нового? Класс, хороший улов. Пока что это все. Так, можно байк улучшить. Да? Тут работы нет. Запчасти для байка. Привет. Как жизнь? Так, вот этот двигатель ставим. Теперь твой байк выглядит классно. Это стоит. Это нельзя. Нельзя. Понятно. Пока много чего. Буду здесь, если понадоблюсь. Если что нужно, скажи. Давайте вот это заправим сразу. Привет. Можно глянуть товар? Нужно что-то конкретное? Черт, тебе нужны тонны топлива. Пока. Привет. Как дела? Да, вроде нормально. Так. Что тебе нужно? Найдется все. Берем вот эту снайперскую винту. Гарантия 30 дней, возврат денег, при условии, что ты не притащишь это обратно. Отлично. Да, вот это дело. Пожалуйста. Ага, хорошо. Сиденье подставь. Ага. Ладно, едем дальше. Так, навыка у нас 0. По пути можно заехать только в одну точку. Ладно. Увидимся. Поняла. Минутку. О, ребят, такая хорошая двигатель. Да, Рики, что такое? Я хотела сказать, мне жаль, что так вышло с Бухарем. Уж ему-то как жаль. Эдди просила тебе передать. Если бы ты не привез ей тот нож, Бухарю сейчас было бы гораздо больнее. Без этого ножа вам просто было бы труднее его резать. В общем, мы надеемся, он выжил. Слушай, спасибо тебе, что привела нас в лагерь. Мне пора. Конец связи.
гнездовье. Так, нужно все тут здесь зачистить. Тогда фриков поубавится. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Ага. Лост Лейк вызывает Сен-Джона. Дикон? Да, Рики. Что такое? Железный Майк сказал, что ты готов нам помочь. Добыть припасы для лагеря. Но ты не готов работать с Шиза. Да, типа того. Что ж, я тебя не виню. Ладно, получается, работать будешь со мной. Так что загляни в мастерскую. Для тебя есть дело. Да, ладно. Конец связи. Так, сейчас посмотрим. Вижу вот одну точку, куда надо. Гнездо. Должно быть. Это одно. Еще одно. Погнали. Ух ты, ёж. Давай, 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 поехали. Давай быстрее. Поехали, поехали, поехали. Ну его. Потом сюда вернемся как-нибудь. Вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. Нормально. Живем. Брайан, я у твоего маяка. У какого? В смысле у какого? В этой рации же есть GPS? А, ну да, конечно. Я понял. Ты в Лали Фоллс. Отлично. Гляди в оба. Скоро туда прибудет человек. Отбой. О, Брайан, чтоб тебя. О, Брайан, отзовись. Тут твои друзья. О, Брайан. Сказал же, они мне не друзья. Ладно, иди пешком. Да, 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 я знаю. Что мне нужно сделать? Прикрепить маячок? Нет, не в этот раз. Этот я и так отслеживаю. Иди за специалистом. Она должна осмотреть инфицированный экземпляр. Фрика, пойманного в пещере. В пещере? Очень интересно. Значит, я должен лезть за вооруженными бойцами Неро в пещеру. Просто держись рядом, и тогда я смогу перехватить ее данные. О, Брайан! Я пока не нашел то, что тебе нужно. И зачем я с тобой разговариваю? Конец связи. Как дела? Порядок. Порядок. Все тихо. Так, где у меня камень? Вы зачистили периметр. Там какой-то шум. Вон давай, там. Давай, пошли, 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 пошли. Эй, что это? Что понадобится, дайте. Вы это слышали? Давай, 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 выходи отсюда. Хватило бы топлива на обратный путь, что до нас сегодня далековато занесло. Пока просто мы держаться. Топлива наименьше, да? Так, Брайан. Я вот это не понял. Что? Это легко сказать. Ну, первая стадия, вторая, третья. О чем ты? Ведь вирус, он и есть вирус, так? Нет, все несколько сложнее. Не отвлекай. Ладно. Я знаю, я солдат. Но до фрик-шоу я учился на биолога. Объясните вкратце. Серьезно? Ну да. Ладно, мы точно не знаем, но анализы крови
Имеющиеся данные указывают на то, что вирус поражает лимфатическую систему, воспроизводясь и атакуя клетки в катастрофических масштабах. Атакуя? Точнее, переводя ряд атакующихся протоонкогенов в активное состояние. Рак. Посмотри на него. Посмотри на них. Это, по-твоему, рак? Ну, может, такой зверский? Нет. Нет, нет. Это нечто намного хуже. В смысле? У этого вируса есть цель. Фрики стали такими, потому что вирус хочет, чтобы они были такими. Что вы хотите сказать? Я хочу... Господи, а что я хочу сказать? Терроризм? Вы думаете, это было намеренно? Не знаю. Ну что, закончено? Так, ладно, пора отсюда уматывать. Так, как отсюда выйти? Что будет, я тут приду? А, нормально. Фух. Так, в лагерь надо. Поехали. О'Брайен, ответь. Я получил данные. Да, я знаю. Мы их обрабатываем. Что за хрень она несет, О'Брайен? Про этот вирус, как его там? Про то, что он делает? Я хочу понять, что происходит, О'Брайен. Что они здесь делают? Чем ты занимаешься? О'Брайен! Хорошо. Я скоро выйду на связь. Отбой. Так, это мне быстро надоест. Скорее всего, уже надоел. Кто-то идет. А, это Намар. Открывайте. Я был в классе. Так, припаркуйся-ка я здесь. Так, поговорить. Вот. Рики, ты сказала, есть работа? Привет, Дик. Да. Помнишь Шейна Райли? Все звали его Рыжий. Рыжий Райли? Впервые слышу. Но дай угадаю, он рыжий. Что? Ты о волосах? Нет, дело в сапогах. Он носил сапоги из змеиной кожи кошмарного кирпичного цвета. Зрелище было то еще. Да уж. В общем, когда-то он ходил для нас на вылазки, а однажды вдруг решил, что лагерь платит ему мало. И тогда он взял и убил Линси Фуллер. Кого? Линси. Работала с припасами до Блэр. Подожди, он убил безоружную женщину? Да, она была вооружена, только не ожидала, что он выстрелит ей в лицо. Представляешь? В общем, Рыжий ее убил, забрал все припасы и смылся. Больше его не видели. Вот он, ублюдок. А теперь вот засекли. Обосновался с друганами в Кэмпайнер. Можешь не продолжать. Я очень не люблю. Когда убивают безоружных женщин, я знаю. И знаю, что ты не откажешься. Да, короче, я разберусь. Что еще о нем известно? Немногое. А, погоди. Он жует табак. Говорят, он настолько это любит, что разворачивает бычки, вытаскивает табак и жует. А, мерзость какая. Еще один повод его убить. Ага, но будь осторожен, Дик. Постараемся. Так, надо заправить. Привет. Я просто смотрю. Я заправлю. Прокачать всегда стоит. Все, поехали. Пока. Мы тут выйдем? А, ну да. Ну, пару месяцев назад мы были неподалеку. Да что ж ты под колеса прыгаешь? Эдди! Ты на связи?
Дикон Сент-Джон вызывает лазарет Лост-Лейк. Дик! Я знаю, что ты сам не свой. А ты как? Что делаешь? А, бухарь. Да, ничего. Просто надоело слушать радио «Свободный Орегон». Меня от этих его конспирологических бредней уже тошнит. Знаешь, Дик, Мэдди рассказала, что если бы... Рики, я в компайнер, и тут просто бойня. Рассказывай, там есть наши ребята? А, нет, вряд ли. Похоже, они зачищают фриков. Не волнуйся, я его найду. Отбой. Ладно, рыжий, где ты прячешься? Шакалы. Они убивают шакалов. Так, что это? Так, да, да, окурки, да. Сейчас тут посмотрим еще все. Следы. Какие следы могут быть от каких-нибудь выпендрежных ковбойских сапог? С ними покончено. Так, что у тебя тут? Ничего не вижу. Так, и собрать-то тоже ничего. Аптечка и топор. Или молот. Что надо. Клюшка. Фу, это жеваный табак. Прожирай. Ну и мерзкий же ты говнюк. Еще следы ведут сюда. Убить. Найти укрытие. Уйди отсюда. Куда покатил? Повеселимся? Он утирает. Деревянная коробка. Снова следы. Сколько тут следов у него? Кто это был? Это откуда было? Приходи. Черт! Дики! Ой, нет. Класс, моча, господи. Но надо, значит, надо. Чёрт! Так-то лучше. Эй, выходи! Поговорить надо! Нам нужны те, кто умеет держать пушку. Это люди! Откуда он взялся? Идем. Так, ну через двери я заходить не хочу. Что? А придется. А жаль. Стоять? Заперто. Кажется, это попасть. Вот тут. А,
Где ж ты прячешься, рыжий? Он попал! Да! Да! Он бьет наших! Там кто-то есть. А где ж ты прячешься, рыжий? Он где-то здесь. Я что-то видела. Иди, последний, ловать. Выше, что ли? Но выше там никого нет. Сюда нельзя. А даже если бы и я, она сама виновата. Ты же знаешь вот таких. Черт, один убит. Вот и все. Так-то лучше. Я байк бросил так посреди дороги, это плохо. Эдди, ты на связи? Дикон Сент-Джон вызывает лазарет Лост Лейк. Дик! Я знаю, что ты сам не свой. А ты как? Что делаешь? А, бухарь? Да, ничего. Просто надоело слушать радио «Свободный Орегон». Меня от этих его конспирологических бредней уже тошнит. Знаешь, Дик, мне я рассказала, что если бы не ты, я бы загнулся. Ты привез эти... Эти что-то там. Слушай, я... Весело, наверное, было. Лучше меня приятно. Помнишь, как? Джек резал индейку, когда мы собирались в последний раз. Как она у него ездила по всему столу. Да, конечно. Я помню. Я до сих пор его чувствую. Если бы там не было тебя, если бы ты меня не держал, я не знаю, что было бы, Тик. Не знаю. Ну, уже все. Все, дело сделано. Дик, ты прости, у меня голова кружится. Да. Слушай, если Эдди узнает, что ты не в койке, она меня убьет. Да. Мне уже пора на боковую. Все, конец связи. Давай, конец связи. Послушай, Черт. Ладно, погоди. Пока что все. Эй, Рики, я его достал. Дикон, я так рада.
У Линдси были друзья. Я им сообщу. Хорошо. Ладно. Увидимся, Рики. Thank you.